Друзья, всем привет! Это «Кулинария для мужчин» и я Алексей Пестов. Сегодня будем с вами готовить запеканку из кабачков и курицы. Очень простой и очень вкусный рецепт. Запеканка по этому рецепту приготовленная, получается сочной и очень вкусной. Как готовить это простейшее блюдо, вы узнаете, досмотрев ролик до конца. Ну а теперь показываю продукты, из которых мы будем готовить. Для этой запеканки нам понадобится один кабачок. Можно использовать молодые, можно вот такой, осенний. Далее куриное филе 700 грамм, один болгарский перец, две головки репчатого лука, черный перец, сухой молотый чеснок, соль, сметана, два яйца, кориандр, кусок твердого сыра и немного зелени, петрушки и укропа. Кабачок очистим от кожи и уберем сердцевину. Если используете молодые кабачки, то этого делать не нужно. Шкурку почистили, разрезаем кабачок на 4 части и вырезаем сердцевину. Лук и болгарский перец почистили, нарежем мелко лук. Болгарские перцы также нарежем небольшими кубиками. Куриное филе нарежем небольшими кусками, чтобы можно их потом было перекрутить на мясорубке. После чего прокрутим курицу через среднюю решетку мясорубки. Куриный фарш готов. Далее, используя вот такой вот девайс или используя крупную терку, сыр натерли, получается такой же, как если вы используете крупную терку. Теперь также измельчим или натрем на крупной терке кабачки. Кабачки измельчили. Далее нам необходимо кабачки избавить от лишней влаги, поэтому немножко их присаливаем. Перемешаем и дождемся, когда кабачки дадут сок. Обычно минут 7. Займемся куриным фаршем. Добавим курице лук, молотый кориандр, сухой чеснок, потребуется примерно, может, чайная ложка, может, полторы, болгарский перец. Посолим. Поперчим. И вымесим.
мелко нарубим зелень петрушки и укропа. Теперь соединим отжатые кабачки с куриным фаршем. Выжимаем влагу. И проделаем такую манипуляцию со всеми кабачками. Далее к кабачкам и фаршу добавим нарубленную зелень, укроп и петрушки. Разобьем два яйца. И еще раз хорошенько вымесим кабачки с куриным фаршем и овощами до однородного состояния. Основа запеканки готова. Ставим духовку разогреваться до 180 градусов. В форму для запекания нальем небольшое количество растительного масла. И смажем форму полностью. Переместим фарш. Форму для запекания и выровняем. Смажем поверхность запеканки 15% сметаной. После того, когда духовка нагреется, отправим запеканку на нижний уровень духовки. На 30 минут после этого посыпем сыром и доведем уже до готовности. Через 30 минут достаем запеканку из духовки. Посыпаем сыром. И отправляем ее обратно. И будем запекать ее до готовности, до подрумянивания сыра. Точное время потом уточним. Прошло 30 минут. Запеканка готова. Достаем. Через пару минут, когда сыр немного застынет, можно накладывать. Ух, сочная штука получилась, аж прям. Посыпем небольшим количеством нарубленного укропа запеканку. Немного черного перца. Вот и все. Смотрите, какая красота у нас получилась. Запеканка из кабачков и курицы готова. Подавайте ее к столу горячим, посыпьте зеленью. Очень отличное блюдо. Я не так давно готовил примерно что-то похожее. Там были молодые кабачки, цукини и индюшатина. Но вот здесь блюдо получается более такое, как более похоже на запеканку, что ли, потому что вот эта структура. Отлично, друзья. Попробуйте, получите удовольствие. Ну а если вам рецепт понравился, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну а всем я желаю приятного аппетита. Всем пока!